Как вообще он может это снимать? Стой, смотри на него, что он? Ага. Поснимай, поснимай, вот так. Офигеть. Офигеть, какой гигантский. Он что, за мной прилетел? Ух ты, блин. Я не поверю никогда так. О, друзья. Вот, что скрывают от нас. Да. Вот, друзья. Прям здесь случилось это все. Это ужас. Даже мне страшно говорить. Всем привет, друзья и подписчики, вы на канале Тайна НЛО, но сегодня мы раскроем еще очень интересную тайну. Знаете, что самое интересное, это то, что иногда нам кажется, что это не НЛО. Я не к тому хочу вас напугать, а к тому хочу, чтобы вас донести эту информацию. Ведь множество из вас, людей, которые смотрят мой канал, утверждают, что это все-таки фейк. Но нету доказательств обратно. Я за последнее время сделал очень интересное и необычное явление. Какие-то могут быть секретные разработки. Да, они есть, друзья. И их немало. Россия, Китай, США, там, Британия, там, Индия. Все они разрабатывают. Но что здесь на самом деле главное? Это то, что множество из вас, людей, которые смотрят наш канал, думают, что это все-таки фейк, неправда или что-то еще. Разработки тайных вооружений, кстати, это самое интересное. У каждой страны есть свой министр обороны. Каждая страна пытается разработать технологию, создать какие-то иные события, и чтобы эти иные события происходили уже в другом необычном формате. Вот, например, один из этих форматов, то, что множество людей наши, которые смотрят наш канал, утверждают, что все это постанова. На самом деле нет, друзья. Множество людей, которые реально видят НЛО или что-то еще, часто путают. Например, посмотрите вот этот видеосюжет. Как вы думаете, что вы здесь видите? Правильно. Очевидец заснял, как летающий объект именно к нему подлетел. Знаете, что самое интересное? Это может быть и дрон. Да, дрон военный. Я уже об этом говорил, когда человек вступает там в какую-то зону, желтую, оранжевую или даже красную, происходят нелепые события. Можете мне не верить, можете верить, но на самом деле происходит это очень быстро. Одним днем в этом месте, где вы сейчас смотрите видеосюжет, находились группа людей, которые специально приехали в эту зону. Знаете, что самое интересное? Они много раз видели какие-то странные, аномальные и даже чудесные явления, но тут их опередил только один момент. Это то, что вы видите прямо сейчас. Военный дрон, летающий, это не тот, который с крыльями, который с пропеллером, это совсем другое. Подлетел к парню, который был в ужасе, когда начал снимать. Знаете, почему красные зоны? На красной зоне видна отметка, когда человек входит или в лес, или куда-то еще, в поле. Есть необычные такие столбики. Их обмазывают красными цветом краски. И когда человек заходит туда, то все, пути может быть обратно. Установлено, что здесь нельзя снимать, здесь нельзя запускать дроны и так далее. И вот в таком необычном формате происходит. Но самый интересный момент, это происходит на побережье Черного моря. Нам удалось все-таки, друзья, достичь огромной цели. Мы засняли необычное явление. Перед вами находится военная часть, которая охраняет именно побережье Черного моря. Где это видео сняли, я не могу сказать, это секретно. Но мы видим, что с левой стороны располагаются радары. А вот справа, друзья, это располагается пушка, плазменная или лазерная, неважно, они почти одинаковые. Но суть в том, что у этого автономного орудия достичь цели до 170 километров. Представляете? То есть мы можем не видеть своими глазами, что за цель, но этот объект, то есть оружие, может достичь цели очень быстро. В основном множество людей спрашивают, почему такое может произойти. Да мы не знаем разработки тайны, кто их создает, для чего, может охранять наш периметр, может нашу землю, а может вообще для
той стороны, чтобы она боялась. Но это еще не все. Да, это в России было заснято. Есть еще множество таких технологий, которые я вам показывал. И их очень много. Но тайна в них засекречена. Это, скорее всего, военный снимал эту необычную структуру вооружения. Но это еще не все. На побережье Черного моря, прям недалеко от бухты, был замечен нечто интересное. Я сперва подумал, может, это подводная лодка. Да нет, это не подводная лодка, может, это тогда надводное оружие. Нет, это не надводное, друзья. Оказывается, что это, можно сказать, сторожевая башня. Ну, кто-то из вас, наверное, слышал, были раньше такие башни, которые в Римляне и так далее, 5-10. Но здесь прям на воде эта башня. Это может фейк быть, может это какая-то необычная угроза. Но суть в том, что это необычное было заснято очевидцами. Множество людей, конечно, будут считать, что это фейк и неправда. Но на самом деле, друзья, я не хочу вас напугать. Реальные кадры, которые мы сейчас с вами видим, они ужасающие именно масштабно. Поэтому множество наших любимых зрителей, подписчиков или там ценителей каких-то интересных видеосюжетов видят это. Кстати, это тоже засекреченное место, где именно, я не могу сказать, потому что вся информация, которая происходит, она будет засекречена. Даже если вы думаете, что это фейк и неправда, это вам решать. Но я не хочу вас пугать, друзья, поэтому то, что вы видите, смотрите, это, скорее всего, какая-то технология, которая от нас скрывает. Но это еще не все. Дальше мы заметили супертанк. Вот тут очень интересно. Кстати, это военный полигон, и точно информацию не буду говорить, но мы можем увидеть, как танк стоит прямо на открытом небе. Это нового поколения танки, и, скорее всего, это не один, можно сказать, супертанк. У него расстояние 3700. Представляете? Кто создал этот танк, мы можем догадываться. Но, опять же, всю информацию я не могу вам рассекретить, потому что есть множество нюансов. Но, опять же, а если это все-таки фейк? Допустим, тогда зачем они выкладывают это видео, чтобы люди думали, что это реально? Нет, на самом деле мы можем только видеть те иные события, которые нам дают эту информацию. Подумайте сами, друзья, а верите вы в это, что есть супертанк, суперсамолет, суперкорабль или что-то еще? Я много раз хотел у вас просто спросить, друзья. Пожалуйста, если вам понравился этот необычный видеосюжет, то поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. Я буду очень вам благодарен, и самое главное, что вы смотрите нас. Но и все-таки, друзья, оставлю это видео на рассмотрение вам. Правда это или нет, оставьте комментарий, потому что я хочу знать ваше мнение. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч.